почему у меня рублей в день 3 миллиона 819 тысяч, а у моих этих по 100 тысяч в день? А ты как Дмитрий Ликс будешь играть? Угу. Или это Дмитрий Ликс в мире Доты? Нет, Дмитрий Ликс в мире Евротрака. Живой скот. У меня Мэрс. У меня Мэрс тоже, нормально. А у меня парни, как сделать, а что у тебя режима это? Другого лица? На циферке. А, у меня на... 1, 2, 3. Гейбайт. 5. Ты на сколько у тебя автомобиль? У меня Скани. Ам-ням, поспевай за нами. Ам-ням. Тихо. У нас два? О, нет, у нас один прицеп. Да, блядь, вообще давно знак. Так не гоняли, согласен? Да. Так, стоим, потому что красный. Что, там пока едете? Желтый. Едете? О, сегодня, да едь. Да я еду. Черепаха. Ты черепаха. Желтую машину видишь? Я напоминаю, мы все желтые машины нахуй сбиваем. Неважно, где они находятся, мы должны их сбить. А что она сделала? В смысле, ты не знаешь, что сделала желтая машина? Ну нет. Ты не помнишь? Тут полиция, полиционеры. Я помню, как задавил. Блять, ДТП, Эрнест, блять, ладно, тихо. Нормально, я смог выключить. А нет, это даун решил включиться в момент, когда я объезжал его. Супер. Нет, мы слева вот сейчас задавил. Нет, я говорю, помнишь, что она с тобой сделала, Максим? По-моему, с тобой, Максим, что сделал. Ты типа стоял на светофоре, Эрнест сзади летал тебя, и ты закричал, желтая машинка передо мной, и ты улетел в космос вроде, что-то такое. Ага. Ну да, было. Да, и поэтому мы теперь желтые машины ненавидим. Блять, нормально. Нормально. Нет, ты в курсе, что это называется? Национальное превосходство. Блять, желтая машинка. Я допизделся, походу. Нормально. Я включил дифференциал, дефибриллятор, блять. Не помог. Подождите, парни, стойте. Прицеп. Потому что ты застрял. Блять, да сейчас я выйду. Нормально все. Ёб твою мать. Ну, я проехать не могу тут, блять. Зеленый? Не, я про это говорил, он тут закрыт. Блядство. Ты что, мы будем пытаться, нет? М? Будем пытаться туда проехать. А, поливать уже надо. Ты мы не ждем или? Я уже еду, припарки. Дай пробку сделаем, чтобы было прикольно. Давай. Я так делаю часто. Че, я вот так вот сделаю? Там можно даже один сделать, может просто один на центр дороги выехать, и никто не сможет проехать. Ну да. И гонит. Знаешь, что тут было, где мне проехать, блядь, к вам. Новая нефть тут едет, парни. Как новая почта, только новая нефть. Новая почта, доставка моя будет днём. Ты там сдаешь? Чё? Кто назад едет, я слышу. А, это я. Я чаёк себе попью спокойно. Да он гонит, смотри. Погнали. Да? Да. Ой. Я думал, больше пробка будет. Как ты воронки выключить? Не успел подрезать. Да иди нахуй. У меня, кстати, самый бомжатский выглядит моя машина из всех нас. У вас такие высокие, одинаково. Нормальные, а у меня позорная, заниженная, блядь. Кабина старого типа, ну просто. А, вижу. Да, видишь, у меня такая заниженная. Да, вижу, давай. Глотай пыль. Так ты долбоёб, я специально заметил, что тебе показать эти шлюки. Рассказывай. Улетай. Ну, я тебе не дам проехать. По никнейму как бы понятно, почему ты не дашь проехать. А вот Вагнер. Надо бы новый что-то поставить. Да. Да. А кстати, блять, быстрее скриншоты делаем, Максим. Чего? Его можно за дискредитацию сейчас. Точно. Сейчас подъедем ближе, один скриншотик не сделаем. Блять, парни, так, ты фрэндли фаер. Главное, рули. Фрэндли фаер? Уверен? А немножко оборот избавить. А чё так? А, спасибо. А, блядь, нет. Там повороты. А, не, я думал, ты сказал, надо немножко повороты избавить, я слышу звук штрафа, это... У меня выплата по кредиту произошла. Пол мульта. Нормально всё, парни. Надо бы кредит оплачивать. Может, гостиница... Там 12% годовых, это так много, это пиздец. Просто у них своих прицепов будет. Пизда. Тихо. Едем. Нормально, едем, выехал. Мы и так ехали. Одна корова только сдохла, парни, все нормально. Одна из ста.
Все остальные живые. Ты видел, Максим, сзади или ты не смотрел? Нет, нет, я не смотрел. Бля, жалко, я так круто выруливал только что. Парни, парни. А. Впереди копы. Да. Штрафуют? Не, наебал. Парни, на 150 поворот войду. Да. Нихуя себе 150, блядь, так у тебя вообще имба машина. 154. Я больше 120 не разогнался вроде еще. Я больше 130 не разогнался. Ну я сейчас 115 еду, я не могу разогнаться. Ну тогда скани. Ну а чё? Я мне ещё перевернул что-то. Эриксон, ты по обочине обходил всех, да? Эриксон? Эриксон. О, 122, парни, рекорд. На рекорд иду. Максим, и там чела сбил, сейчас увидел. Я не хочу смотреть на это. А там желтая машинку ты сбил хотя бы? Не, там черный. А, тогда неинтересно. Кобы там? Кобы там были? Он там создает аварию. Эрнест? Я? Нет, твоя машина, короче, которую ты врезался, он ехал в другую, и там еще копы врезались. А чем мне помню, да, снял его за превышение. Да, спасибо. Ебать, тут авария, парни, а я проехать не могу. Там сейчас врежется. А знание, я могу скриншот отправить, что тут сейчас происходит на линии фронта. Ну, в выборе между Советским Союзом и Третьим Рейхом я выбираю Третий Рейх. Да я бы тоже, там в союзниках еще, Великобритания и Франция еще. А дальше у меня будет пусто, и вот дальше вот сообщение. Ой, я поворот проехал! А фиг знает. А нормально, я тут объеду, нормально. А хотя не, лучше. Посмотри, где Илья, это пиздец. Лучше развернусь. Ё-моё. А у меня такая машина, уебись чуть-чуть. А вообще еще в Германии находимся? Да, мы в самом конце будем потом стрелять. Так это что, моя вина, то что у меня хуйня машина? Да. У меня тоже не самая хорошая. Знаешь, типа Максим, я что видно, что я быстрее, чем она у меня набирает ужас. А. Максим, тут повороты жесткие. Да? Чуть не упал. Окей. Свет избавить. Сейчас попробуем контролить. Ты на скольки туда залетал? Ну, 150. У меня 120, я заеду. Ну, 120, да. 120, это как по мне, вообще мало. Че там, Мария, сотка, да, гонишь? Не, 85, да, на данный момент. Мы тут про 120 не говорим, про 150. Уже, подожди, блядь, нет, 90 не еду, не хватает мощности. Тут мост прикольный. Хотел сказать, уже 90, парни, еду, но нихуя подумал. О, 90 еду, парни. А, вижу мост. Ну, там корабль не был прикольный. Где-то нужно найти пульт от этого, блядь. От ядерки? Да. У меня на столе он лежит. Реально? У тебя тоже? У тебя единый чемоданчик есть? Ну такой есть. Ремонт дороги? Вы серьезно? Тут ремонт дороги? Блядство! Чего не скажешь за ремонт дороги, парни? Чем учат нас его не было? Аккуратнее. В смысле? А нет, или был? То, что появился. Это после вас начали ремонтировать, так гнали, короче, то, что у вас колеса, короче, трещины на дороге сделали. Поняли, парни? Че, зайди? Можешь? Ты заправляешься? Нет. Я за тебя. Почти я уже близко, парни, честно, я уже близко. Я у заправки. Только не ваша, ваша следующая. Ну я мчусь, у меня уже 114 на секундочку, я уже до 115 разогнался. Да нормально, я уже до 123 разогнался, сейчас я быстро вас нагоню. Новые маршруты негабаритных перевозок. Негабаритные перевозки это какие-то наши? У нас габаритные, у нас два прицепа обычно. У нас один. Ну сейчас один, имеется в виду обычно у нас два, поэтому это габаритные скорее всего считаю. Цельных поставки в Линск, Бремен, у Варшава, Краков, Брест, Прага, Глазго. Ну я лечу, парни. Тут нигде штрафов не было вообще? Нет. Может быть. Может быть. У меня не было. Не было. Или нет. Точка. Ищите у столба с тремя черепами. Или нет. Я удрочу, да. Удрочу. О, спасибо, парни. Минус 300 тысяч. А, не, нормально, это полиция, сори, парни. Я зря на вас загнал. Они меня сейчас еще раз штрафанут, если я не уеду. Че, я придумал, я по обочине буду ехать, а тут нету ограничения по скорости. И они мне не должны дать штраф. Я гений.
Я ваши никнеймы вижу без мини-карты на радаре, на GPS. Блять, ударился, блять, второй раз ударился. Все, мне кажется, целым не доедет Максим. Да нормально, нормально. Мы уже еще на въезде в город, теперь ждем. Вы уехали с заправки, что ли? Блять, ударился. Ну, мы около заправки. Максим, гоним. Какой Максим, гоним? Гоним? Да вы разгоняетесь, гоним, блядь. Какой гоним? Максим, нет. Максим, гоним, а? Гоним. Дайте хоть встретиться с вами. Блять, я торможу, потому что тут полиция. Ой, Максим, меня улок мешает. Мне минус 100к уже дали, парни, стормозите, блять. Я уже пол лимона потерял на этих штрафах скорости. Мне это не нравится. Гоним. Да какой гоним, пидорасы, ебаные, пробку устроили, гонят теперь. Пизда, блять. Идем. Да я вот тут, я выруливать пытаюсь. Хорошо, у меня полиция на хвосте, я к вам полицию привел, парни. Зачем? Идем, а да? Мы все равно не нарушаем. Впереди копы. Аккуратно. Блять. Впереди копы. Нормально, парни, едем, нормально все. А тут один на него видео. Это КПП? Нет, это все нормально, это стоянка, это таможня. Это на поспать, и таможня, да. Евросоюз. Сразу видно. В смысле, срезаю? Я ему не дам срезать, я сейчас вот тут буду заехать. Я тебе в спину ударю, блядь. Я знаю, ты это сделаешь, стой, ладно, все хорошо. Мне не надо, у меня и так уже груз поврежден немного. Ну сколько? Сейчас скажу. На 2%. Сейчас будет на 4. Сейчас будет не надо. На 40. С какой скоростью едешь, Эрнест? 130. Нормально, я 120 скорость. Это еще не фулл. Да я знаю, что это еще не фулл. И что бы меня обгонить, я держу курсы. Блин, это полиция? Тебе вообще похуй? А нет, это не полиция, все нормально. Ну даже если полиция. Вообще насрать, да? Полная масштаба, вообще насрать. Мне закон не писан. Эрнест, давай, влетаешь на своей скорости в этот поворот или засал? Это полиция. Да? Ну реально полиция, пизда. Давайте, парни, я 80 еду. 50. Да, ну Максим может уже нет, а они еще... А, Максим. Вот они стоят, блядь. Едут, точнее, возле нас. Эрнест, давай, 150 в поворот, влетаешь. Или засал. Или засал. Как стоп, давай, 100, ебаш. Полетел. Почти же приехал. Реально полетел. Ебанья, блядь. Да? Да, он перевернулся. Привет. Здорово, друг. Я ему пятюню, короче, дал, и у него он так бампером бит. 7-5%, сука, я эти нахуй жизнь испортил. Я ж пошутил, я. Ты что, дал меня винить в том в своих ошибках, блядь? Сам не въехал, я же ради шутки. Тут горы есть, оказывается. У кого сколько ущерб? У меня 2. 7. Нет, вообще по всему скажите. А 10% этот, 5% прицеп и 2%. Это, блин, у тебя все по нулям, Максим, да, раз ты спрашиваешь? Да. Сука, 8, приехал, блядь. Сейчас исправим, Максим, сейчас исправим. Я, блядь, марь буду, где нахуй. Ой, желтая машина, Максим, на перехват идем, блядь. Вырубай фары свои. Тут желтая машина, блядь. Догоняй. Парни, посмотрите, где я. Похуй, потом разберемся с нашими отношениями, Максим. Нужно желтую машинку, сука, догнать, я ее не заметил. Она уезжает, блядь. Она сейчас... Я тоже не догоню, она уехала, блядь. Сука. Максим, хочешь фокус? Короче, смотри, нажимаешь на пробел. Еще. Ну и ручной тормоз включается. И там, короче, ну да, не безопасно торможение. Короче, турбо режим. Пизда. Тихо. Нормально. Едем. Норм? Да, нормально. А, не 4% ущерба груза. Yep. А было 2? Да, ненормально. Ну вот, я же говорил, 4 будет. Получается. Максим, нажми на пробел. Нет. Почему? Не хочешь, чтобы я у тебя врезался? На пробел или на Е? На пробел. А что на Е? На Е заглушить. Блять, да. Гандон. Я же не знаю, что на Е, блять. У меня заглушить двигатель там другую кнопку. Тут копы. Впереди копы. У меня 40 км на в час, так что я не спешу. А то каждый, ну ты знаешь, каждый человек в интернете, с которым ты общаешься, это 40-летний педофил, который хочет тебя выебать. Я уже некоторые слова украинские понимаю. Какую. Я же знаю, что годыны это год, в принципе. Да. Знаю, годыны это год. А поляница это поля. Да. Клубника, да?